черемуховый тортик без выпечки. Берем черемуховую муку, кладем в чашу блендера, добавляем овсянку, стакан черемуховой муки, стакан овсянки. 1 столовая ложка семени льна, оно заменяет яйцо, густоту такую дает липкость. Перекрутили, получили муку, такую темную. Можно немножко кэраба еще добавить, чайную ложку. Такая сладость, типа какао сыроедческое. Все перекрутили в муку. Муку замешали с медом, предварительно растопленным на паровой бане. Можно добавить кокосовые сливки еще в крем. Перемешали все, положили тесто в кулечки в холодильник на 4 часа, чтобы оно больше, лучше разбухло, овсянка пропиталась. Затем скатали в шарики,